Юбилей пожарной части, благодарственные письма и бензопила в подарок. Сейчас в 28-й части Переславля несет службу более полусотни человек. На боевом посту 11 единиц техники, готовые в любой момент отправиться по тревожному сигналу на вызов. Пожарно-спасательная часть номер 28 берет свои истоки начала от 2 марта 1972 года. Была она образована как 16-я военизированная пожарная часть при химическом заводе города Переславля. Часть, еще раз скажу, постоянно развивается, личный состав повышает свой профессиональный уровень. При части действует свой военно-исторический музей имени Михаила Кошкина. Инициатором его создания выступили сами сотрудники подразделения. Отмечу, подобного музея нет ни в одной пожарной части региона. В день юбилея открыли новый зал, экспонаты, оружие, униформа, амуниция, предметы быта 40-х годов прошлого века. Иными словами, вся история Второй мировой войны в обновленном помещении музея. Сами пожарные говорят, возможность развивать свое музейное начинание для них – лучший подарок. Хочется огромное спасибо сказать руководству главному управлению за предоставленную возможность вот воспроизвести такую вот комнату боевой славы. Мечта была создать это дело к 70-летию Победы, но мы это сделали раньше. Тема Великой Отечественной войны, сами видите, здесь охвачена в объеме. Ну вот хотелось бы еще пожарную тему.